Друзья, всем привет! Есть много разных способов посола селедки. Не так давно мы освоили новый для себя способ с горчицей. Делюсь с вами. Приготовим рассол. В кастрюлю выливаем литр воды, добавляем сюда сахар, соль, сушеный укроп, можно свежий добавить, смесь перцев, кориандр и лавровый лист. Рассол ставим на огонь и доводим до кипения. Варим 3-4 минуты. Затем выключаем газ и даем рассолу полностью остыть. А пока рассол остывает, селедку почистить от внутренностей и убрать жабры. Если есть икра, ее также можно посолить. Обмазываем селедку горчицей. Селедку и икру переложить в контейнер и вылить остывший рассол. Селедка должна быть полностью в рассоле. Сверху можно положить блюдце. Контейнер накрыть крышкой, оставляем его на 3 часа при комнатной температуре, потом убираем на 48 часов в холодильник. Итак, селедка у нас засолилась, одну селедку достанем, сейчас почистим ее и попробуем. Вторую оставляем в рассоле. Почистим селедку. И режем кусочками. Селедку можно подать к столу, украсив кружочками лимона и зеленью. Получилась она в меру соленой и наполненной вкусами компонентов маринада. Очень вкусная. Друзья, всем спасибо за просмотр, лайки и подписку. До скорой встречи. Пока-пока.